Давай сейчас он начнет. Смотри. Ой, он вас не царапает? Не, ничего. Ой, че какой, а? Ну, зверь. Красота. Красивый. Видишь, он так делает? Сейчас третья лапа будет бить меня. Как по-настоящему. Смотри, о! Смотри, как бьет. Да? Интересно? Давай. Какой? Попил воды и все, да, так? Вот, давай. Не царапает, нет? Нет, ничего. То есть он подушечками, да? Да, подушечками. Смотри, как интересно, какой, да? Какой мудрый прямо. О, слушай, вообще, и заставляет меня, орёт, чтобы давай массаж делать. Видишь, какой? Ты смотри, а, массажист просто. Да. Интересно, да? Удивительно. А ведь это полезно все, там этот кровообращение, да, все. Да. Угу. О, видишь, как рукой. Понравилось, да? Видишь, какой умный. Вообще, а на улице подобрала его. Вот на улице подобрала. Спасли живность-то. Да. Ну, он благодарен. А та кошечка у меня, вот черненькую я показала, я ее маленькую нашла, там она пожралась, она бы погибла. Какая красота. Ну, любит он вас. Смотри, как здорово работает, а? Да. Не ленится, ничего. Нет. Слушай, а потом у него он устанет, у него прям аж капелька пота с носа текет. Удивительно. Видишь, как он по-настоящему делает, да? И это... Какой-то кот-массажист просто удивительный. Вообще даже не, вот слышишь, какой он, это, ну, такой умный. Вот на улице подобрала такого умненького. Он никого ничего не боится, видишь? Смотри, действительно не эти коготки убирает, чтобы да, не лапки, поцарапать, да? Ничего. Нет. Ну какое. Ну, молодец. О! Злится! Разговаривает, он так говорит. Говорит, не мешайте работать. Он такой, ой, действительно, знаете, по-настоящему кот, трудяга, а не те, которые комнатные это. Ага, как это, плюшевые мишки, да? Угу. Ну, этот, конечно, Куквачев бы за такого кота, ну, предложил бы автомобиль. Говорит, не мешай. Он такой, вон, видишь, как вот. У него технология какая-то. Да. Я даже удивилась, вот так надо, что как третий, как рукой бьет. Да. Вот видишь какой. О. Ты смотри, а. И вот это он сам придумал. Да. Сам. Я даже удивилась, что вот такой он умный. Я же поразился, он заставляет меня, чтобы я садилась, и что он будет делать. Орет, давай, настаивай. У меня рука действительно болела, сейчас меньше болит. Что так? Ну, это каждый день массаж мне делает. Да? Интересно. Здорово. Ага. Ну, вы что, не вам надо котенка завести? Пока вот... Мама выздоровеет чуть-чуть. У нее, видите, у нее было же много кошек, да, в юности. Да. И что? Ну, они же... Долго жили, один помер, другой, ну, тоже. Да, ну там да, уже возраст, да, все. Да, очень да. Это все тяжело. Новое это заводить тяжело. Ой, тяжело. Видишь, как он? Я даже удивился. Все, это видишь, как рукой. Самородок какой, а? Поразила, я тебе говорю, что я еще такого. Во как жизнь богата. Да, вот так вот. Видишь, как рукой. Да, здорово. Угу. Ну, работает у меня, конечно, постоянно, каждый день мы делаем что-то. Он мне делает массаж. А прямо у него вид, как прямо, ну как такой тигр такой. Угу. Ух ты. Он обнюхал фотокамеру. Угу. Так, ну, посмотрел. Очень ну, не это нормально. Не возмутился ничего.
Я его подстригу полностью сейчас. Подстригаете, да? Подстригу его полностью под Жукова. Договорились уже. Но мы сделаем ему укол. Ой. И его полностью состригу. Потому что он на улице был. А неизвестно, сколько он был на улице. Ты понимаешь? Я же не знаю, сколько он был в ней. Ну и мыли ведь, все ведь. Нет, я его не купала. Он такой, знаешь, своеобразный кот. И состригу лучше, и шерсть у меня обновится, и будет чистая. Ну, с виду-то вроде нормально все. С виду. Я видно, шерсть-то хорошая. Я водила его прям в поликлинику, в больницу для кошек, и они все проверили. Зубы, шерсть, нет ли у него блох. Ничего нету, все нет, нормально. Все здоровый, он полностью. А видно. Все проверили, ты че? А как ты думал? Смотри, какой это. Да, разговаривает он. Разговаривает по-настоящему. Вот по телевизору бы они показывали, а че вот там показывают они?